Добрый день! Вы на канале Дмитрий Бахрушин. Я сейчас покажу вам простой фокус. Ну, просто очень-очень простой. Я думаю, что он вам понравится. Это обычная колода, которая продается в любом магазине. Сначала мы ее помешаем. Затем я, показывая этот фокус, всегда прошу зрителей снять больше половины. Кстати, этот фокус можно показать в виде такого своеобразного гадания. Вы сейчас в этом убедитесь. Итак, больше половины прошу снять зрителей. Но зрителей нет, я снимаю это за вас. Итак, больше половины я снимаю. Затем нужно снять больше половины из этой колоды. И больше половины из этой колоды. Ну, как-то так. У нас получилось 4 кучки. И я говорю следующее. Это то, что было. Это то, что есть. Это то, что будет. А это на чем сердце успокоится. Тяжело поднять. Делаем волшебное движение. И переворачиваем. Вот весь фокус. Я думаю, даже рассказывать про него не стоит. Вы внимательнейшим образом посмотрите этот фокус, ну, возможно, еще раз, и догадаетесь, как его делать. Всем удачи. До свидания.